Сергей Смирнович, давай задать, если позвольте, два вопроса. Первый, как провели, как проводите паузу в чемпионате? Вот это время до поездки, как самочувствие? Всем добрый день. Хорошо проводим тренировочный процесс. У нас было время небольшого отдыха, хорошо отдохнули. И с этой недели принялись за работу, хорошо работаем. Ну, и готовимся и к матчу, и к оставшейся части. Михаил Григорьев. Да, здравствуйте. Да, скажите, вот вы рассчитываете сыграть в основном составе в субботу в Белграде? Ну, вообще хочется, конечно, да, принимать уже будет решение главный тренер, поэтому дай бог сыграем. Кирилл Вихов. Ильзат, еще раз немножко на эту тему. У вас одна минута уже есть за «Зенит», по-моему. Кто ваши главные конкуренты? Кто эти люди в «Зените»? И второй вопрос. Ну, игрок «Зенита», но просто Краснодар, он конкурент интересен. Удивила ли вас отставка Ивича? Или вот, в принципе, зная руководителей Краснодара, вы не очень удивились тому, что там произошло? Спасибо. На первый вопрос. Я считаю, что именно в полузащите больше игроки, которые по атакующих линиях. Поэтому всех перечислять не буду, но, я думаю, понятно. Честно говоря, да, удивила отставка. И это уже внутреннее дело клуба, поэтому они, наверное, знают, что творится и что нужно для них. Поэтому с нашей стороны, может быть, все там очевидно, поэтому это их дело, и они решают, принимают решение. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы, и прошу вас все-таки ближе к матчу приехать. Да, Ильзат, бывали ли в Сербии? Какие ожидания вообще от матча? И что, может быть, уже знаете о Црвене Звезде? Не бывал. Црвена Звезда – команда уровня Лиги Чемпионов, поэтому игра будет очень хорошая, очень тяжелая, поэтому готовимся, настраиваемся на тяжелый матч. И считаю, что каждый хочет себя проявить, и поэтому едем с мыслями о победе. На этом все. Спасибо.